Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Черное облако». Студентка Оля Сысоева постоянно чувствует негатив. Чтобы справиться с ним, она ходит к психологу Андрею, которому платит отец Оли. Жалобы на подругу, отца, парня, преподавательницу в институте не имеют конца. Про каждого девушка говорит ужасные вещи, надеется, что ее недруги умрут в мучениях. Но когда проклятия Оли начинают сбываться, девушка понимает, какую ошибку совершила. Продолжение многосерийного триллера «Черное облако» не анонсировано. Проект получился устрашающим. И любители острых ощущений сразу же оценили новинку. Но, к сожалению, это узкий круг аудитории, который не оправдывает надежд создателей сериала. О закрытии проекта официальной информации не было. А значит, у «Черного облака» есть шанс получить продолжение. Мы следим за новостями. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.